Мне кажется, мы живем в совершенно потрясающее время, когда девушка, женщина может сама выбирать, чего она хочет. 10 детей, вообще не иметь детей. Круто, что мы становимся более свободными от каких-то стереотипов и действительно сами можем выбирать, чего нам больше хочется. Это правильно, так и должно быть. Всегда мне хотелось большего, всегда хотелось сворачивать горы, прыгнуть выше своей головы, выше головы, не знаю, своих сверстников, одногруппников, однокурсников, одноклассников. Мне никто не говорил, да нет, у тебя не получится, то есть вот без этого, но действительно с такой очень маленькой долей веры во все то, что я говорю. Потому что когда ты живешь в деревне с гусями, как бы, и рассказываешь про то, что ты хочешь учиться, не знаю, в МГУ, все такие, да-да-да. Два раза я бросала все и уезжала в никуда. Ради чего? Не всегда было понятно, но всегда было понятно, что дико этого хотелось. Было ли страшно? Было ли волнительно? Было очень страшно. И слишком волнительно, и были стрессы, и были слезы, и казалось, что, боже, зачем я это делаю? Конечно, всегда, мне кажется, любая мысль любого человека, который куда-либо переезжает, я же никому здесь не нужен, у меня здесь нет друзей, у меня нет здесь знакомых, куда я пойду, а что получится, а получится ли вообще? Понятное дело, что всегда тебе говорили, что, ну, если не получится, ты как бы возвращайся, но как бы амбициозная натура, она такая, что возвращаться, конечно, не хочется. И ты как-то, я не знаю, где ты берешь эти силы, не знаю, где ты мобилизуешься, в какой момент, но ты правда собираешь всю силу воли в кулак, и я не знаю, и все сложилось так, как сложилось, и я очень этому рада. Встретились люди, которые помогли. Не знаю, побывала на каких-то мероприятиях, где с кем-то познакомилась. Все как-то настолько сошлось и сплелось, и получилось вот в то, что получилось. Не знаю, было тяжело, было страшно. И всегда знала, что я могу, я смогу, и не только потому, что я женщина, а просто потому, что это я, и я могу.